Сегодня прошел брифинг мэра города Юрия Гришина, где он рассказал представителям СМИ об окончании отопительного сезона 2021 года. Всего сезон шел 288 дней и закончился более чем успешно. За весь этот период было сожжено 280 тысяч тонн угля на Магаданской ТЭЦ. Кроме того, использовали более 11 тысяч тонн мазута на котельных, которые принадлежат Магадан-теплосети. Сезон прошел без каких-либо аварий и был закончен в срок. Сейчас ведется активная подготовка к новому отопительному сезону. И уже прошла опрессовка тепловых сетей, а также начался завоз угля на Магаданскую ТЭЦ. К этой работе. У нас идут очень крупные работы по разрытиям. Это на улице Советской мы продолжаем реконструкцию этого участка тепломагистрали. Напомню, что 40% жителей города Магадана запитаны от этой большой трубы диаметром 800 миллиметров. Срок службы трубы закончился уже очень давно. Он запредельный, более 60 лет. Вот поэтому новый трубопровод как минимум на полвека обеспечит надежность теплоснабжения города Магадана.